Всем привет, друзья, с вами Грег Ричард, и добро пожаловать в город Кристалловск. У нас пока что, сказать, пока что нет совсем, пока что, ну, нет больших обновлений, но кое-что появилось, значит, в общем, вот, так уж слышал, что я решил переделать хрущевки, такие вот дома, то есть, и я уже разработал, точнее, сделал нормально уже, по соответствию с этими чертежами, как говорится, с планировками, с положением балконов, окон и так далее. Почему я решил переделать? Потому что у меня эти хрущевки сделаны мной, вот эти вот, меня, можно сказать, перестали меня радовать. В общем, я раньше делал просто потому, что меня раньше, можно сказать, радовало то, что хоть что-то, можно сказать, отдаленно напоминало. Вот, но сейчас я стал понимать, начал понимать, что выглядит уже как-то уже убого, уже не повторяет оригинал, просто, то есть, как бы отдаленно напоминает этот оригинал, но назвать может хрущевкой можно только с натяжкой. Что мне лично не понравилось, это вот размер стекла. Вот этого стекла, вот посередине, который в центре подъезда, там один блок шириной, а там два блока шириной. Тут еще лестничная клетка, она позаимствована с первых домов на улице Пакинских комиссаров, то есть вот такая вот лестница, к сожалению, такая вот. По-другому я тогда сделать не мог, в общем, это не зачет на ребята. Окна, во-первых, там здесь там двух- и трехстворчатые окна вот такие. Так, здесь. Так, ребят, приношу извинения, мне нужно было отойти. Так вот, здесь там двух- и трехстворчатые окна в этой оригинальной, скажем так, хрущевке. А в моей же старой, которую я делал до этого, все трехстворчатые окна. Отдельно хочу сказать про балконы. Здесь они, здесь на передней части дома, балконы, можно сказать, с другим расположением, как бы, так сказать. И они все начинаются с первого этажа. А здесь они только со второго этажа начинаются. И расположение балконов на передней части тоже иное. Вот. Так. В общем, я начинаю потихоньку отходить уже от домов, которые отдаленно напоминают дом серии 1447, 1447S25 и так далее. То есть, введена специальная программа по реновации. То есть, представляет собой, то есть, снос старых домов, которые были построены за 21-22 года. То есть, вот эти дома будут может быть снесены, а на месте них будут уже введены другие. Вот. Еще раз извиняюсь, мне пришлось еще раз отойти. В общем, это еще одно здание, еще одна хрущевка сделана буквально в смысле сегодня. Просто я поставил на это улица Осетинская, бывшая Махмутская улица. Вот. Я сделал замеры и ездил со стороны балконов, то есть со стороны подъезда. Длина там, или ширина, короче. Здесь 82 блок, который как в старых 75, то есть со стороны, с боковой стороны, то есть сбоку там ширина уже 20 блоков, то как у этих всего 25. И я не шучу, я сейчас вот могу проверить, показать вам, то есть, вот, тут 25, а вот здесь, то есть, вот здесь уже 20. Да, все 20 блоков. Поэтому, возможно, некоторые дома пойдут под снос, то есть под замену, как говорится. Но в основном те, что можно сказать, подходят под размер, то есть участок должен будет остаться ширину, то есть размером 22 блока на 22 на 84, то есть отступ, точнее. То есть с небольшими отступами слева и справа специально, чтобы
Но если все это имеет, если же участок свидетельствует, то есть данным этим размером соответствует, то эти дома могут попасть под снос. Если же не соответствует, то придется оставить как есть. Или же снести и поставить и сделать уже другой серии здания. Вот так. Ладно, перемещаемся в улицу ветеранов. Вот у нас дом всех 1447 S25. Самый первый дом сделан уже мной, уже строго по чертежам. Появился на улице Первостроителей, рядом с жилым комплексом, ну точнее массивом. И вот какие изначально были здания, которые до этого приходилось довольствоваться, то есть которые в чем-то напоминали дом серии 1447 S25, но позже я начал понимать то, что они уже ни в какую, так сказать, не идут в сравнении с ними. То есть они, конечно, выполняли хоть какую-то, я не знаю, как правильно сказать, в общем, выполняли, конечно, роль, как говорится, заместителя, но, можно сказать, стал в последнее время замечать, что они уже перестают выполнять роль заместителя, и решено будет их убрать. То есть уже придется сбрести уже тотальную зачистку, как говорится. То есть замену уже не оригинальных домов на оригинальные. Ну и специально перед вами я сделаю еще один замер. То есть... Так. Тут если то там ширина 31 вот по бокам, а вот тут 15, то есть в два раза, то есть этот дом в два раза шире, чем вот это, чем вот эти дома. Вот. В общем, я про реновацию, можно сказать, сказал все. То есть, возможно, некоторые дома пойдут под снос, то есть под замену, и некоторые вовсе под снос попадут. Возможно, та же судьба коснется и домов. Вот этих домов, которые как бы косили под серию 111-121. То есть произойдет полная реновация. Есть, ну а насчет самых первых домов, которые на улице Бакинских комиссаров, судьба пока что не решена. То есть, возможно, эти дома либо останутся, либо тоже попадут под нож реновации. Ну, что, как говорится, градостроительство требует жертв. И такой же возможно поворот и коснется и домов 121 серии, которые, так сказать, немного отличаются от оригинала, за что сзади. Вот. Положение балконов как будто стыбзили у Грущева. Вот. Ну и как говорится, на сладенько я ставлю на десерт, это у нас отель Гагаринский на улице Большевистской в Гагаринском районе. В общем, дело с аэропортом начинает потихоньку двигаться с мертвой точки, то есть в планах у меня сделать сам аэропорт, добавить, сделать отель в первую очередь и медсанчасть. И потом я смогу заняться аэропортом. Давайте вкратце покажу аэропорт. Вот у нас табличка отель Гагаринский. Тут у нас ресепшн, тут у нас ключи от каждого номера, тут у нас консьерж, сидушки, два лифта и лестница. И дальше у нас номера. Вот. Номера по типу, там, ну знаете, вот те, кто шарит в Майнкрафте, в строительстве домов в Майнкрафте, тот понимает, что типа я однажды делал отель под названием Галиция, располагается на проспекте Ленина в Айсадовске. И там, можно сказать, я делал номера по типу квартира типа гостинка. Вот. То есть, типа, комната, то есть, типа, ну, там сколько там? Вроде бы, ну, наверное, 20 квадратов, 20 блоков, точнее. И дальше еще санузел, то есть ванна и туалет. А вот тут, извиняюсь за темноту, но тут вот такой вот санузел, широкий.
Вроде бы, так, три, вроде бы 18 блоков, там, тут у нас стиральная машина, душ, кабинка, точнее, коврик, раковина и унитаз, все. Добавлять кровати я, типа, не, ну, я не стал, типа, могут, типа, если бы, так сказать, в априори сервер работал бы, то просто бы игрок подходил бы к консьержу, то есть, типа, кто-то, так сказать, дай ему номер, то есть ключ от номера и специально, и там дальше выдали бы наборчик из крафта, из кут, типа, кровати, так сказать, кровати, пару сундуков и верстака. Такой набор, чтобы можно было что-то поставить. А сантехник, извиняюсь, санузел имеется, то есть как бы установлен самим руководством, уже самим. Я извиняюсь, что язык заплетается, плюс еще нет идей что-либо сказать дальше. Дальше у нас так вот балкон или вот же, ну, то есть три блока. Можно сказать, собирался сделать что-то наподобие балкона, типа квартира с террасой, я знал об этом только впервые. И то есть я изначально подумал, что это, я даже, сказать, язык заплетается. В общем, я задавался вопросом, что это такое, почему и как терраса может вместиться в квартиру. А выяснилось то, что это всего как бы обычная квартира, но вместо балкона терраса. То есть как бы балкон только, можно сказать, пошире. И там больше места, как бы, сказать. Что, номера в отеле одинаковые, так что особо загадывать мы не будем. Девятый этаж, можно сказать, не весь обустроен, потому что нет идей. Вот такая проблема. А кабинет одинаковый, именины только таблички. Тут у нас директор отеля здесь. Вот. Заместитель директора. Бухгалтерия. Отдел по работе со средствами массовой информации, то есть работа с общественностью, с прессой и так далее. И технический персонал, вот такой вот. И последний кабинет, это медпункт. Вот. Общем, это пока что все, что я успел обустроить на девятом этаже. Ладно, поднимаемся на последний этаж. И на последнем этаже у нас ресторан. Да. Тут у нас кухня. Сейчас залетим туда посмотрим. Извиняюсь, мне пришлось опять выйти. Вот так от кухни тут у нас. Я типа ящики для посуды. Раковина, печь, извиняюсь, плита, вытяжка, двойной холодильник и стол, где он у нас выставляется заказы. Затем подходит официант и раздает уже заказанную посетителям еду. Вот. Ну и сиденья, в принципе, такие вот. Ну и крыша, ну в принципе на крыше ничего особенного, максимум там только два машинных отделения и выход, и сам выход на крышу. Все. Раньше я понял, кстати, вот ни один знакомый, можно сказать, я не знаю, как правильно сказать, то ли посоветовал, то ли, можно сказать, предложил, в общем, предложил идею, то есть добавить на крыше бассейн. Но судя по тому, что я посмотрел по фотографиям в интернете и выяснил, что бассейн сказать, на крыше это чисто не наша, сказать, не наша затея, то есть, ну, максимум там выдавались фотографии с отеля в Индонезии, все. То есть это чисто не наша разработка. Да и учитывая тот факт, что сейчас октябрь, то я думаю, что нет смысла делать просто никак такого смысла делать бассейн на крыше просто нету. Все. Ну, можно, конечно, сделать хотя бы зеленую крышу, хотя бы там, но пока что не ясно, то ли останется крыша голой, то ли же что-то будет здесь, пока что не ясно. Вот. Ну что ж, на сегодня, в принципе, все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои идеи в комментариях под видео.
Также залетайте ко мне в группу ВКонтакте, на сервер Дискорд и в чат в Телеграме. Вы можете также поддержать мой канал копеечкой, для этого есть донат. Также залетайте ко мне на мои каналы в Яндекс.Дзен и Ютуб, ссылки в описании под видео. На этом на сегодня все, с вами был Грегори, всем пока.